согласился узнать что-нибудь. Так, уважаемые коллеги, господа, друзья, очень рад вас всех видеть. Наша компания расширяется, количество друзей и наших единомышленников в рамках объединения БРИКС возросло. Интерес к деятельности объединения очень большой. Мы уже, и я, и мои коллеги неоднократно об этом говорили. И, конечно, этот интерес растет, в том числе и благодаря вашей работе и вашей поддержке, информационному обеспечению нашей работы с моими коллегами и друзьями, руководителями государств, участников, членов БРИКС. Скоро саммит, в преддверии саммита состоится еще визит президента Объединенных Арабских Эмиратов, буквально послезавтра, приедет, будет у нас в воскресенье, у нас с ним как раз вот здесь у меня дома запланирован неформальный ужин, а на следующий день, понедельник, визит. А затем уже со вторника начнем работать в Казани. Большая очень программа запланирована. Да и в течение года, в течение нашего председательства в БРИКС многое было сделано. Наверное, тоже к этому будет какой-то интерес. Я с удовольствием расскажу в общих чертах. Я сразу меня прошу извинить, я расскажу вам только в общих чертах, потому что такой объем информации, невозможно весь этот объем с собой уносить, в голове держать, потому что сотрудничество очень разнообразное, многоплановое, по всем направлениям идет. И здесь, конечно, по каждому из этих направлений было бы, я думаю, вам интересно поговорить со специалистами, которые той или иной деятельностью занимаются профессионально. Очень рассчитываю на то, что у вас такая возможность будет, в том числе и у вас, и у ваших коллег, у ваших подчиненных, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани. Это, пожалуй, все, что мне бы хотелось сказать в начале, чтобы время не занимать. Я слово передаю вам и постараюсь ответить на ваши вопросы в том объеме, в котором я владею тем или другим аспектом нашей сегодняшней предстоящей беседы. Пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович, сердечно благодарны за то, что вы в вашем прямо-таки нечеловечески напряженном графике нашли время встретиться с нами. Об этом напряжении свидетельствует хотя бы то, что за 4 дня в Казани у вас будет не только саммит, не только масштабная пресс-конференция, но и более двух десятков двусторонних встреч. Это трудно, вы правильно совершенно говорите, трудно разместить в голове, но каким-то образом... 17. Хорошо, примерно 2 десятка двусторонних встреч. Эта встреча, которую мы сейчас проводим, она исключительно важна не только для нас персонально, но и для всей планеты, потому что здесь представлены средства массовой информации, суммарная аудитория которых буквально несколько миллиардов человек. И у нас есть вопросы, ответы на которые мы донесем для наших зрителей, слушателей и читателей. Я хочу задать первый вопрос, может быть, такой обобщающий. Мир меняется с такой скоростью, что
мы даже порой не успеваем следить за тем, сколь другим он стал. Какие приметы этих перемен и какие возможности они дают для БРИКС? Ну, самая главная примета – это формирование новых центров развития. Вот это самая главная примета. И это развитие, по мнению экспертов, которым я очень доверяю и ко мнению которых прислушиваюсь, оно объективно будет идти прежде всего в странах, членах БРИКС. Это глобальный юг, так называемый, прежде всего. Это Юго-Восточная Азия, это Африка. Рост, позитивный рост будет в таких мощных странах, как Китай, Индия. Позитивный рост будет в России, Саудовской Аравии, но опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки. По нескольким причинам. Ну, во-первых, уровень развития тех стран, в которых ожидается позитивная динамика, но такая сдержанная, говорит, ну, прежде всего об этом говорит то, что эти страны уже достигли определенного уровня развития. Первое. Второе. В тех странах, о которых я сказал, и в которых будет опережающий рост, там еще недостаточный уровень урбанизации и высокий темп прироста населения. И вот эти два фактора, без всяких сомнений, будут играть на формирование новых центров экономического роста, а за этим развитие политического влияния. Ну, а что касается таких членов БРИКС, как Китай, Индия, как Бразилия, Южная Африка, Южная Африканская Республика, то, конечно, вот рост их экономического потенциала будет сопровождаться и ростом их влияния в мире. Это совершенно очевидная вещь. Вот, ну, это просто объективная данность. Вот БРИКС, ведь это уже говорили, много раз говорили мои коллеги, партнеры и друзья. Это 45% населения планеты. Это 33% суши. И это постоянный рост торгового оборота и уровень мировой торговли. Вот я сейчас только что выступал перед деловым советом БРИКС, перед предпринимателями из наших стран, и приводил цифры, о которых я уже говорил ранее. Ну, я не знаю, да, я с собой не взял, но если посмотреть на 1992 год и 2023, то рост в мировом ВВП стран БРИКС совокупный, он удвоился, а рост стран семерки понизился. И по этому показателю страны БРИКС уже опережают страны семерки, и к 2028 году, это совершенно очевидно, медицинский факт, разрыв в пользу стран БРИКС увеличится. Это уже очевидная вещь. По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать, имея в виду продовольственные рынки, энергетические там, и так далее. Но и в высокотехнологичных сферах, в частности, в развитии искусственного интеллекта и его использования, мы все больше и больше не только приобретаем компетенции, а по отдельным направлениям становимся лидерами. Поэтому вот это самое главное изменение, вот это самое главное очевидное, зримое
изменений, которые происходят в мире. Ну, это естественно, на самом деле, ничего здесь такого нет. Мир постоянно меняется, и всегда появляются лидеры. Так что к этому нужно относиться спокойно, как к данности, и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой. Что отличает БРИКС от очень многих других международных организаций? БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было. Очень хорошо сказал премьер-министр Индии, по-моему, он сказал недавно, он сказал, что БРИКС – это не антизападное объединение, оно просто не западное. Вот это очень важно. В этом большой смысл есть. То есть БРИКС никому себя не противопоставляет. Он просто это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития, из принципа самого главного – учета интересов друг друга. Вот на этой базе мы и будем работать в Казани. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Действительно, страны БРИКС – это 45% населения планеты, но если БРИКС и не составляет мировое большинство, то уж точно представляет, потому что многие страны, даже не члены БРИКС, болеют за успех этого объединения и разделяют ценности. Я с удовольствием представляю моего коллегу из Китая Фан Юня. Фан Юнь – главный редактор компании CGTN и заместитель главы медиакорпорации Китая, господина Шеня. Пожалуй, да, и мы предоставляем право среди наших гостей задать первый вопрос, учитывая ваши личные отношения с председателем Си Цзиньпинем и особые отношения России и Китая. Потом пойдем уже по часовой стрелке. Пожалуйста, господин Фань. Уважаемый господин президент, очень рад представлять китайские СМИ на этой встрече. Казанский саммит БРИКС – это первый саммит после расширения организации, поэтому мы уделяем очень большое внимание вместе с ростом роли государств БРИКС и после расширения организации. Как вы думаете, как это скажется на влиянии организации? Вы уже упомянули, что ВВП членов организации представляет больше 33%. Какой вклад это привнесет в развитие всего мира? Теперь БРИКС состоит из 10 стран. Каждая из этих стран представляет интерес и ценность для мирового сообщества. И, разумеется, для такого объединения, как БРИКС. Каждая из этих стран имеет свою культуру, свою историю, имеет свои преимущества в мировом разделении труда. И взаимодействие с этими странами представляет интерес для всех участников объединения БРИКС. Конечно, когда появляются новые игроки, появляются новые участники, причем полноправные участники какого бы то ни было международного какой бы то ни было международной организации, они привносят что-то свое. Здесь очень важно, чтобы они, с одной стороны, учитывали те принципы, на которых БРИКС создавался. Он создавался тремя странами. Первый шаг был сделан Россией, Индией и Китаем. Вместе мы это делали. РИК создали в свое время, Россия, Индия, Китай в Петербурге. Потом это все начало расширяться. Вот. Но, с другой стороны, все члены организации должны с уважением относиться к интересам новых стран-участниц. Мы в течение этого года делали все, что зависит от России, для того, чтобы постепенно, спокойно интегрировать всех наших новых членов в работу организации. Ведь у нас запланировано 250 самых разных организаций, самых разных мероприятий. И причем в разных областях.
200 мероприятий уже проведено. Ну, мы ведь не случайно приняли новых членов. Это и без того были страны, люди, которых мы очень хорошо знали, с которыми долго по разным направлениям работали. Но теперь, когда они стали работать, мы стали вместе работать в рамках единой организации, то тогда, конечно, мы предоставляли площадки и для обмена мнениями, и для поиска возможных совместных проектов, причем в самых разных областях. И это касается, прежде всего, конечно, экономического взаимодействия, но не только. Мы уделяем большое внимание и развитию межчеловеческих, гуманитарных связей в области культуры, кинематографии, в области молодежных обменов и так далее. Вот по всем этим линиям мы напряженно работали практически в течение всего года. И практика показывает, что мы на правильном пути. Практика показывает, что мы сделали хороший, верный шаг с точки зрения расширения. И, конечно, здесь я абсолютно убежден, это без всяких сомнений будет повышать, уже мы это видим, повышать интерес к организации, и влияние в мире, и авторитет. Вы знаете, ведь за каждым из этих новых стран-членов стоят какие-то их ближайшие союзники по тому или другому направлению. И когда эта страна попадает в объединение, все страны, которые близко сотрудничают с новыми странами-членами организации, они тоже смотрят внимательно, что там происходит, и тоже проявляют интерес к совместной работе. Вот я уже говорил неоднократно, 30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать вместе с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации. Поэтому вот это зримый эффект от присоединения. Сразу за вот этой волной нарастает следующее, но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относиться к расширению. Точно совершенно мы никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты. Как выстроить эту работу, это мы с коллегами, с моими друзьями в Казани, когда встретимся, обо всем поговорим. Ну вот вам и мировое большинство. С удовольствием передаю слово моему коллеге из телекомпании Sky News Arabia, Надим Коттейдж, один из самых известных журналистов арабского мира, автор и ведущий еженедельной программы «Сегодня вечером с Надимом», то есть мы абсолютные коллеги. Так что, пожалуйста, Надим, ваш вопрос. Господин президент, большое вам спасибо за возможность встретиться с вами. Мы рады приветствовать вас, представляем телеканал Sky News Arabia. Прежде чем начну, хочу сказать, что ваша команда прекрасно поработала над организацией встречи. Мы рады тому, что можем откровенно с вами общаться, хоть и не знаем русского языка. И я хочу знать, что мы не проговаривали точно вопросы. Хочу, чтобы все это понимали и знали. Мы ценим эту искренность. Господин президент, вы неоднократно говорили о том, что нужно перекраивать мировое устройство. Возможно, это непростое дело. Мы понимаем, что Китай и Соединенные Штаты влияют на это. И как смотрит Россия на этот процесс? Не чувствует ли Россия себя в какой-то степени младшим партнером в ходе различных событий, которые происходят между Китаем и США? У нас с Китаем сложились уникальные отношения, это правда. Они очень доверительные, и объем торгово-экономических связей растет быстрыми темпами. Ну, по нашим данным, статистике где-то 226-228 миллиардов, по китайской статистике где-то 240 миллиардов долларов уже оборот между нашими странами. Поэтому это само говорит за себя. Я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие
на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стабильности в мире, стратегической стабильности. Это, мне кажется, тоже факт очевидный, и такая позиция очень многими разделяется. У нас отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу. Вот еще лет 5-6-7 назад мы с китайским руководством и на уровне правительства, и на уровне высшего политического руководства, я со своим другом, председателем Си Цзиньпинем много раз говорил о том, что нам нужно облагораживать баланс торговый, да? И нам нужно подумать о том, что мы можем сделать для того, чтобы и российская продукция промышленности в большем объеме попадала на китайский рынок и в области сельского хозяйства. У китайской стороны к нам тоже были соответствующие вопросы и по энергетике, там, по некоторым другим направлениям, по сотрудничеству в космосе. Вы знаете, мы все управляем, мы слышим друг друга. Вот если сейчас посмотрите на структуру торгового баланса, вот там сразу ответ на все эти вопросы. Мы не просто говорим, мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг друга. И это получается. Это первое. Значит, теперь, что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами. Мы не лезем в эти вопросы. Так же, как не лезем в отношения между, скажем, вот здесь сидят коллеги, да, и они сразу поймут, о чем речь, между Эфиопией, скажем, и Египтом. Понимаете, о чем я говорю? Мы не лезем, понимаете, мы стараемся найти какие-то, если возникают какие-то сложности, и от нас хоть что-то зависит, мы готовы предложить свои услуги в разрешении этих проблем, если они возникают. И если участники соответствующего процесса заинтересованы в нашем каком-то участии. Самая крупная экономика мира сегодня по паритету покупательной способности, не на душу населения, а по паритету покупательной способности – Китай. Ну, это все же статистика. Понимаете? На втором месте Соединенные Штаты. Да, на душу населения, конечно, в Штатах намного больше. Ну, так посмотрите, сколько населения в Китае, 1,5 миллиарда там, или миллиард сколько, 300, миллиард 400, да, и сколько в Соединенных Штатах. Но объем экономики стал больше. На втором месте США, на третьем Индия, кстати говоря, на четвертом месте Российская Федерация. Мы чуть-чуть обогнали Японию. Значит, доля Китая является нашим партнером торгово-экономическим номер один. Но доля России растет. И сейчас доля России четвертая в торговом обороте Китая. Понимаете, это имеет значение для всех. Да. Мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители. Это самый надежный источник России. У нас общая граница. Не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики. Кстати говоря, взаимоотношений Китая с Соединенными Штатами. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Все, границы общие, все. А ресурсы энергетические в России просто безграничные. А если посмотреть на отношения между Китаем и Соединенными Штатами, вы знаете, здесь я думаю, что Штатам нужно задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции, и это негативно отражается на них. В конечном итоге на них-то и отражается, в том числе на долларе отражается. Весь мир задумался, стоит ли использовать доллар, если Соединенные Штаты по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчетной единицы. Все задумались об этом. И объем использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается и в расчетах, и в резервах. Даже традиционные союзники Соединенных Штатов сокращают свои резервы в долларах.
А с Китаем что происходит? Ну, тоже одна санкция за другой. И связано это не с политикой. Это связано с ростом экономики Китая. И с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Ну, знаете, я хочу что сказать. Соединенные Штаты опоздали лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать так же, как вот невозможно сказать солнцу, не вставай. Оно все равно поднимется. Но есть объективные процессы экономического развития. Они связаны с миллионом факторов. И вот эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается и на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными. А если дальше пойдут по этому пути, сделают вообще неконкурентоспособными в отдельной отрасли экономики. Так сложилась кооперация на протяжении предыдущих десятилетий между экономикой Китая и Соединенными Штатами. Она взаимосвязана. Все это понимают. Но вот те действия, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Штатов, мне кажется, что они имеют контрпродуктивный характер. Но это же связано еще и с политикой в сфере безопасности. Вот эти постоянные провокации с Тайванем связаны. Зачем? Я часто задаю себе вопрос, вот, когда вижу какие-то провокационные акции там, в одном, другом регионе мира. Зачем мне это делать, не понимаю. Теперь фактически НАТО втаскивают, и европейцы втаскивают туда, вот, в Азию, да, через НАТО. И никто не хочет у европейцев спрашивать. Они вообще-то хотят портить свои отношения с Китаем, вылезать туда через структуру НАТО в Азию и создавать там ситуацию, которая будет вызывать обеспокоенность у стран региона, в том числе у Китая. Да я вас уверяю, я знаю, что нет. Тем не менее, их туда, значит, как на аркане тащат, как маленьких собачек. Большой дядя за собой, и все. Активизируют своих союзников, там, Японию, Австралию, Новую Зеландию, создают дополнительные точки напряжения, перемещают оружие достаточно серьезное, угрожающее странам региона, в том числе и Китаю, и России угрожает. Поэтому мы внимательно смотрим за этим. Мы, конечно, не вмешиваемся. И, так же, как и в другие, я уже сказал, между там, Эфиопией и Египтом мы не вмешиваемся. Но мы, безусловно, исходим из того, что Китай наш стратегический партнер и союзник. Спасибо. Но сила БРИКС в том, что не старших и младших, и никто не вмешивается в отношения других стран. Но действительно, это очень важное качество и важная интонация внутри этого объединения. Владимир Владимирович, хочу представить вам всемирно известного колумниста по международной политике, международной арабской политике, который представляет газету «Араб Ньюс», Файзал Аббас. Пожалуйста, Файзал. Ваш превосходительство, президент, позвольте поблагодарить вас за эту возможность пообщаться с вами по различным проблемам, которые очень важны на международной арене. Мой вопрос, как вы знаете, Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, и министр иностранных дел посетит, примет участие в саммите в Казани. Как вы знаете, господин президент, и наследный принц был занят с прошлого октября, был занят вопросами урегулирования вопросов на Ближнем Востоке и решением двухгосударственной проблемы в Палестине. И Москва всегда поддерживала это решение двухгосударственное. Будет ли на саммите БРИКС и участие генсекретаря ООН,
Что мы можем ожидать по результатам, чтобы оказать давление, реализовать прекращение огня, кровопролития, которое происходит сегодня на Ближнем Востоке, учитывая тот фактор, что есть полное согласие между всеми членами БРИКС о необходимости реализовать двухгосударственное решение палестинской проблемы. Саудовская Аравия представляет. Сейчас, когда говорили о прекращении огня, то имели в виду прежде всего сектор Газа. Так я вас понял? Yes, sir. Да. Ну, наша позиция здесь очень хорошо известна. Я здесь вряд ли смогу что-то добавить нового. Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совета Безопасности, решение Совета Безопасности об образовании двух государств, Израиля и палестинского государства. В этом корень всех проблем, и уверен, что мы должны будем об этом поговорить на саммите БРИКС. Кстати говоря, я пригласил и президента Палестины, чтобы он тоже поучаствовал в наших мероприятиях. Будет возможность его выслушать его оценки. Но, знаете, у меня много очень было бесед на эту тему и с израильским руководством, и с руководством Саудовской Аравии, и с палестинским руководством. Невозможно, на мой взгляд, я говорил нашим партнерам в Израиле, невозможно, мне кажется, решить палестинскую проблему, исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой. Вот я знаю, что у израильского руководства, причем и ныне действующего, и у прежних руководителей, есть мнение, что достаточно удовлетворить какие-то фундаментальные, основные интересы палестинцев, проживающих на этих территориях, и вопрос будет закрыт. Мне кажется, что кроме чисто материального характера, есть еще вопросы, связанные с духовной сферы, связанные с историей, связанные с чаяниями того или другого народа, проживающими на определенных территориях. И здесь вопрос гораздо глубже и сложнее. Вот в этой сфере нужно работать, первое. Второе, нужно, конечно, работать в рамках такого широкого консенсуса. Я сейчас не хочу, знаете, здесь во всем те же самые Соединенные Штаты обвинять, но зря они разрушили четверку. Ну, нет, ну, правда, но не хочется их все время тыкать там и говорить, что они во всех бедах виноваты. Ну, наверное, это не так, конечно. Но зря четверку разрушили. Четверка работала, легче было согласовывать все позиции. Но они взяли на себя, монополизировали эту работу, взяли на себя всю ответственность. Ну, и не получилось, в конце концов, провалились с этим. Мне думается, надо бы вернуться. Может быть, даже и четверку эту расширить. Поговорить о том, как восстанавливать эти территории, как вернуть людей, которые покинули эту территорию. Ну, палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать. Это первое. А второе, чем больше будет проблем гуманитарного характера, тем больше будет желающих отстаивать свои интересы. Кстати говоря, многие и в Израиле это понимают. И такую точку зрения, которую я сейчас вам излагаю, многие в Израиле тоже разделяют. И у меня в общем-то, есть возможность получать информацию от людей, которые придерживаются такой точки зрения в Израиле. Мы в контакте до сих пор и с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной. У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это еще раз, что главный способ решения палестинской проблемы – создание полноценного палестинского государства. Спасибо большое. На следующий председатель группы компании «Секунджело» доктор Икбаль Сурбе, который является одним из наиболее влиятельных лидеров Африки.
В его группу компаний входит медиагруппа Independent Media и Африканское новостное агентство. Доктор Икбаль Сурбе работал с президентом Манделой и является глубоким приверженцем БРИКС. Пожалуйста, Икбаль. Южная Африка. Ваше превосходительство, господин президент. Во-первых, поздравляю с проведением саммита. Для меня большая честь и радость, что мы сегодня здесь собрались. Господин президент, вы один из первопроходцев БРИКС. Вы правильно заметили, что с самого начала находились в этом объединении. Кроме того, вы видели, как развивался БРИКС. От РИКС к БРИКС был включен в состав ЮАР. Сейчас новые страны присоединились к объединению. Господин президент, я председательствовал в деловом совете БРИКС и имел возможность встретиться с вами во время своего занятия этого поста. И я твердый сторонник БРИКС, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся слишком медленно. И есть ощущение, что мы можем упустить важную возможность обеспечить, чтобы объединение БРИКС стало ведущей мировой группой. БРИКС – это очень важное объединение на этом поворотном моменте с точки зрения мировой истории. Очень важно, чтобы глобальный юг, и, как господин Киселев сказал, глобальное большинство имело, состоялось, и чтобы Российская Федерация сыграла здесь важную роль. Мой вопрос обращен к вам непосредственно. Как вы, Россия, председательствующая в БРИКС, можете ускорить механизмы для того, чтобы БРИКС сыграл более важную роль экономически, и в системах взаиморасчетов, и что еще более важно, как мне кажется, в политическом плане тоже. Благодарю, господин президент. Что касается политического устройства. Вот здесь ваш египетский коллега, я уж как бы ушел от этой части. Но поскольку вы к этому вернулись, я вернусь и к начальной части его вопроса. Он говорил о том, что мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка. Мы не стремимся, на самом деле. Это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать. Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню. В 2014 году западные страны во главе США поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом начали на протяжении многих лет НАТО туда толкает. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году. Но изменения в мире начали происходить раньше. И начали происходить в огромном большом масштабе. Это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира. А мы просто исходим из того, что это происходит, и мы способствуем, причем стараемся способствовать таким образом, чтобы это не приводило к разрушению, а наоборот, чтобы все спокойно выстраивалось в новом нарастающем формате. Вы говорите, что нужно действовать более активно. А как более активно? На наш взгляд, здесь суета неуместна. Мы действуем поступательно, шаг за шагом, степ-бай-степ. Что касается финансов. Да,
Мы не отказывались, скажем, от доллара в качестве универсальной валюты. Нам было отказано в его использовании. Но теперь 95% всей внешней торговли России оно осуществляется с нашими партнерами в национальных валютах. Понимаете? Ну вот это они сделали своими руками. Ну что ж, так. Они думали, что все рухнет. Нет, ничего не рухнуло. Она развивается на новой базе. В нашей торговле с Китаем 95% рубль и юань. Кстати говоря, юань используется нами и в расчетах с третьими сторонами, что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы. Не потому что Китай хочет кому-то навредить. Нет, он ничего плохого никому не делает. Просто так вот складывается обстановка, обстоятельства. Вот. Вот это первое. Расчеты в национальных валютах. Мы создали банк, который возглавляет госпожа Росов. Там еще нужно много чего сделать. Над капиталом надо поработать, надо увеличить капитал, надо... сейчас не буду все перечислять. Мы с госпожой Росов встречались несколько раз. Она хороший специалист, все понимает. Нам нужно поговорить о том, как создать платформу по страхованию соответствующую. Так? Пул резервных валют. Все это нужно постепенно укреплять. Нужно, чтобы это были не декларации, а реально работающие инструменты. Это и происходит. Вот сейчас мы хотим предложить коллегам, пока в деталях не буду говорить, но хотим предложить достаточно такое серьезное отношение, такой серьезный вопрос – это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но странами-членами БРИКС в интересах и других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития, и о чем я уже сказал. Причем мы можем сделать такой инструмент, который будет практически неинфляционным. Он будет находиться под контролем соответствующих институтов БРИКС. Это может быть еще одним очень интересным, хорошим шагом в развитии глобального юга и с нашим прямым активным участием. Мы сейчас поговорим об этом, не сейчас, а вот с коллегами поговорим. Мы уже ведем консультации и с китайскими друзьями, и с индийскими друзьями, с бразильцами. Вот сейчас только что мы провели консультации. И с Южной Африкой обязательно поговорим. Мы со всеми будем это делать. Мы делаем это, мы идем постепенно. Но мне кажется, что этого недостаточно. Ведь для того, чтобы эффективно работать в сфере экономики, нужно обязательно сближать людей. У нас же все наши традиционные, так называемые традиционные ценности и китайской культуры, и христианской культуры, и исламской культуры, они же по сути, если прочитать, перевести с одного языка на другой, это одно и то же. Они все очень близки. Или, как говорят дипломаты, полностью совпадают. Вот, но нужно, чтобы люди это осознали, поняли. Нет врагов. Есть только друзья-единомышленники. И поэтому мы развиваем соответствующую программу в области музейного дела, в области театрального дела. Вот сейчас в этом году по инициативе России в области даже танцевального народного искусства создали единую платформу. В области кинематографии, в области театра, выставочной деятельности – это все создает колоссальную, прочную, должно создавать, и, уверен, создаст прочную, хорошую базу для сближения людей. Вот мы с коллегами постоянно проводим соответствующие тематические года. Год культуры, год молодежных обменов, год театра и так далее, и так далее. Это тоже сближает людей, создает многочисленные контакты, возможности повышает, доверие повышает друг друга, что самое главное. Доверие повышает. А это необходимая база для сотрудничества в сфере экономики и обеспечения безопасности. Вот поэтому спешить не будем, но будем двигаться как можно быстрее. Здесь
с этого темпа сбиваться тоже нельзя. С этим я согласен. Вы правы. Спасибо. Ну, фактически речь идет о создании общего культурного рынка стран БРИКС, который будет способствовать и сотрудничеству в сфере безопасности и экономики. Следующий индийский гость, Владимир Владимирович, это влиятельное информационное агентство PTI. И Судхакар Найер, работая в PTI 45 лет, прошел путь от корреспондента до исполнительного редактора, работал в Германии и в премьерском пуле. Пожалуйста, Судхакар. Спасибо большое, господин президент. Я уже в шестой раз посещаю Москву, освещая переговоры лидеров России и Индии. Я хотел задать вопрос, очень актуальный, который связан со странами БРИКС, их сотрудничеством и кинематографом. В Индии очень хорошо развита кинематографическая отрасль. Тем, кому там 40, 50 и так далее лет, помнят индийское кино. А Россия даст возможность производителям кинопродукции из стран БРИКС снимать кино и откроют рынок, и даст какие-то стимулы? Знаете, если посмотреть на все страны БРИКС, то, наверное, в России индийское кино пользуется такой популярностью, как нигде, ни в какой другой стране БРИКС. У нас даже канал существует, по-моему, отдельный канал на телевидении, который днем и ночью крутит индийское кино, да? Да. Вот, поэтому вопрос интереса к индийскому кино у нас очень большой. Первое. Второе. На московских кинофестивалях, да, у нас проводятся кинофестивали БРИКС. Так? И в этом году на московском кинофестивале были представлены все ленты из практически всех стран БРИКС. Победила, по-моему, работа режиссеров из Саудовской Аравии, Египта и третья страна там еще, я даже не помню, Иордания, по-моему, Иордания. Да, Саудовская Аравия, Египет и Иордания. Вот победила картина трех режиссеров из этих стран. Что касается экономической стороны дела, то продукты кинематографии – это та же, как и любые другие продукты, это часть рынка, который должен быть соответствующим образом отрегулирован. В Индии очень много решений принято по защите своего собственного рынка, и это касается не только кинематографии, это касается автомобильного рынка, ну, и других направлений деятельности. Но мы уверены, если такая заинтересованность у индийских наших друзей есть, то мы без всяких сомнений найдем общий язык для продвижения продукции кинематографистов Индии на российском рынке. И могу сказать, что на рынке в широком смысле этого слова этот продукт востребован, во всяком случае, в России. И это наряду с фармацевтикой индийской, думаю, что будет хорошим бизнесом. Готов буду поговорить с нашим другом, с премьер-министром Индии, когда он приедет в Казань, если он поднимет вопрос. Но мы уверены, что мы договоримся 100%. Здесь я вообще не вижу никаких сложностей. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, конечно, хотелось бы увидеть не просто индийское кино, а хотелось бы увидеть кино с участием актеров из стран БРИКС, представляющих свои разные культуры. Да, ну, чтобы там был индиец, китаец, эфиоп, ну и так далее. Вы знаете, мы говорили с коллегами, с лидерами стран БРИКС о том, чтобы организовать фестивали и театрального искусства, и это сейчас проводится, и у нас же создана, по-моему, академия кинематографии совместная, и будем обязательно идти по этому пути. Говорили о необходимости создания фестивалей эстрадной музыки и так далее, и так далее. Здесь непочатый край работы, как у нас говорят.
есть над чем работать. Эта работа очень интересная. И, конечно, и представителям прессы тоже будет интересно освещать это и участвовать в этой совместной работе. Да, но в Советском Союзе был такой опыт, как Мимино, например, там кавказцы, там, русские или украинцы участвовали в военных фильмах, когда вот актеры, из представляющих разные культуры или близкие культуры, то, тоже такое интересное направление. Гости из Эфиопии, генеральный директор медиакомпании Fana Broadcasting, это крупнейшая медиакорпорация Эфиопии, вещающая на... о 9 языках. Адмасу Дамтью Белете. Пожалуйста. Ваше превосходительство, господин президент. Спасибо большое за возможность присутствовать на интервью. Вопрос. Как же мы можем сделать так, чтобы наши инфраструктурные, технологические и образовательные проекты приносили реальную добавленную стоимость и были коммерциализованы? В какой области? How to capitalize the collaborative? Как мы можем сделать так, чтобы мы монетизировали проекты сотрудничества по строительству инфраструктуры, в технологической области и в области образования? Что касается области образования, давайте с этого начнем. У нас традиционные, очень хорошие и позитивные связи и опыт очень хороший в подготовке кадров для Африки. Ну, это на протяжении десятилетий, со времен еще Советского Союза, тысячи людей из Африки у нас проходили образование. Многие из них и сегодня занимают очень важные позиции в своих странах, получив образование в России. Что нас очень радует, потому что вот на последнем саммите «Россия-Африка» в Петербурге мы наблюдали такие картинки, которые порадовали, я думаю, миллионы российских граждан, потому что наши средства массовой информации, телевидение, интернет показывали, как сегодняшние госслужащие из некоторых африканских стран поют русские песни, причем поют на достаточно хорошем русском языке. И, безусловно, это очень такой мощный потенциал взаимодействия, сотрудничества, образования, полученное в той или другой стране на языке, тем более страны пребывания. Мы эту практику продолжаем. Я сейчас боюсь просто ошибиться в цифрах, но практически не со всеми, если странами Африки, то со многими уж точно. И это касается в том числе и Эфиопии. Вот второй вопрос, не менее, или вторая часть вашего вопроса, вы ее задали в качестве первой, она не менее важна. Это инфраструктура. Вот у нас очень много проектов в этой сфере, в развитии инфраструктуры. И вот наиболее известные, значимые, такие, носящие глобальный характер, это известная уже многим заинтересованным коллегам известный проект «Север-Юг». Это от Балтийского моря и до Персидского залива железнодорожная магистраль. Это мы делаем с многими нашими партнерами, которые проявляют интерес, в том числе и готовы участвовать в финансировании этого проекта. Это второй очень крупный маршрут. Это Северо-Морской путь, это по Северному Ледовитому океану. И здесь мы очень много делаем. Это глобальный маршрут. И многие страны, члены БРИКС, проявляют к нему большой-большой интерес, потому что он дает маршрут в случае своей реализации, он реализуется нами, дает очень большие экономические преимущества. Что касается Эфиопии, да, и здесь мы очень многое делаем. Это практическая работа. Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет.
такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России. У нас, по-моему, 7 атомных ледоколов, 34 значит, дизельных ледокола, причем очень высокого класса, они мощные, современные. Строится еще ледокол «Лидер», ну, так мы его называем, который вообще будет колоть лед любой толщины, любой вообще, и будет работать круглогодично. Ну, собственно говоря, и так уже, ну, проводка судов там, по-моему, до 9 месяцев уже доходит. Поэтому это очень интересный большой проект. Что касается Эфиопии, то у нас традиционные глубокие отношения и духовные, гуманитарные связи очень хорошие. И многие наши компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке. Это энергетические, это машиностроительные компании. И мне бы очень хотелось, чтобы все планы, о которых мы с премьер-министром говорили, были реализованы. Мы со своей стороны будем все для этого делать. Будем колоть лед любой толщины. Это, понимаете, ну, для Эфиопии, может быть, это на данный момент времени не так, интересно. Но для таких стран, как Индия, Китай, очень многие страны в других регионах мира представляют огромный интерес экономический. И поэтому мы обсуждаем это и в рамках БРИКС, и на двусторонней основе. И мы готовы к работе подобного рода с нашими партнерами по БРИКС.